Приветствую подписчиков и гостей канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас топ-5 посудомоечных машин 60 см, рейтинг по отзывам покупателей. Вообще, машинки шириной 60 см – это, в общем-то, классика. Это машинки с максимальной вместимостью. И, в общем-то, если позволяют размеры кухни, то именно такие посудомойки и следует покупать, потому что они оптимальны для мытья крупных предметов, в отличие от узких посудомоек. Они имеют внутреннюю конфигурацию оптимальную. Ну и вообще, это, ну, скажем так, лучший вариант. Хотя, я еще раз говорю, из-за того, что кухни небольшие у многих, и ставить машинку некуда, предпочитают приобретать именно модели с узким корпусом. Но сегодня не о них речь. Ссылки на все посудомоечные машины, присутствующие в нашем рейтинге, вы найдете в описании к данному ролику. Открывает наш рейтинг посудомоечная машина Куперсберг. Это знаменитейшая модель, и конкретно марка тоже всем хорошо известна. Техника очень высокого уровня, но, к сожалению, в последнее время изрядно подорожавшая. Полное название модели видите на экране. 60 см ширина у этой машинки, 14 комплектов посуды она вмещает. Есть луч на полу, индикация, третий уровень загрузки, то есть это лоток сверху, да, куда складываются ложки, вилки и мелкая посуда. Это полная защита от протечек, ну и дизайн, я считаю, великолепный, плюс качество материалов, ремонтопригодность, ну то есть все те плюшки, которые обычно есть у хорошей техники, добротной такой техники, то есть, ну, по ней видно, даже если вы не специалист, вы откроете, выкатите эти корзины, вы увидите, что это совсем не индезит, да, и не канди. То есть это совсем другое качество. 88 890 рублей она стоит. Это, в принципе, хорошая цена. Ну и цены доходят до 100 тысяч. Все зависит от того, в какой магазин вы пойдете. Ну и по характеристикам я даже не вижу смысла тут особо рекламировать. То есть Куперсберги знают все. Знают, что они тихо работают. Знают, что они хорошо работают. Что они не ломаются. То есть это техника, которая служит десятки лет. То есть она морально устаревает гораздо раньше, чем сломается. Это, в общем, недвусмысленное как бы отношение мастеров. То есть мастера об этом прям говорят открыто, что вы скорее ее просто продадите или избавитесь от нее просто из-за того, что она устареет. То есть она, ну, не успеет сломаться, быстрее вам надоест. Поэтому вот такой вот вариант можно иметь в хозяйстве, и вы не пожалеете. Второе место занимает посудомоечная машина Кортинг КДИ 60575. Это тоже известная модель, хотя она попроще в плане исполнения там панели, ну и некоторых других моментов, но эта техника не намного уступает лидеру. То есть это вот, я хочу, чтобы вы понимали, то есть это и по качеству, и по материалам, по ремонтопригодности, по доступности, то есть это все одного порядка вещи. Ширина 60 см, вместимость 14 комплектов, 8 программ у нее есть, третий уровень загрузки, хорошо продумано внутреннее пространство, в том числе корзин, да, таймер отсрочки есть, полная защита от протечек, это также встройка, на которую легко навесить самостоятельно фасад. Ну и сами понимаете, да? Можно купить ее в разных магазинах, но цены тоже, в общем, отличаются. То есть 83 690 цена средняя, но бывают варианты там за 81 тысячу. То есть, ну, довольно-таки дорогая техника, но опять же, сами понимаете, это качество, проверенное временем, ну и, в общем-то, никто с этим спорить не будет. То есть характеристики у нее тоже весьма и весьма, значит, положительные. Ну вот сказать еще можно отдельно, что есть экстра-сушка или экспресс-мойка. То есть это тоже интересные такие алгоритмы, которые не везде найдешь. Следующий вариант, третий, это встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EES948320. Тоже известная модель, но она неоправданно
ну, сильно подорожало. То есть это просто безумный ценник. 99 тысяч рублей для такой машинки, ну, прямо скажем, дороговато. Оправдание ей только одно, что это известный бренд, проверенные тоже материалы там и ремонтопригодность и все прочее находится на самом высоком уровне. Но все-таки из-за высокой цены люди посматривают уже в сторону. Даже те, кто, в общем, являются поклонниками электролюксов и ничего другого до недавнего времени там использовать они не хотели. В общем-то, 14 комплектов также идет у нее, число программ 8, третий уровень загрузки, луч на полу, защита от протечек, но даже частичная. То есть за эти деньги вы даже полную защиту от протечек не получаете, что вот лично меня, конечно, ну, удручает просто. Хотя я тоже являюсь поклонником техники Electrolux. Ну, это просто, можно сказать, эталон, да. Следующий вариант, это четвертое место, посудомоечная машина Bosch SMS-68UI-02E. Это, в общем-то, отдельно стоящий агрегат, тоже безумно дорогой. Хотя, конечно, это проверенное качество, но, опять же, переплата за него будет очень высока. То есть, только такие прям преданные, максимально преданные поклонники могут позволить себе за такой агрегат отдать 157 950 рублей. В разных магазинах можно купить, но и ценники тоже разные, как видите. Здесь данный агрегат вмещает 13 комплектов посуды, 8 программ мойки у него, хорошо так подобраны программы, тут вопросов нет. Третий уровень загрузки есть, таймер отсрочки есть и полная защита от протечек. То есть здесь никаких вот таких технологий типа луча на полу, потому что, ну, нет смысла, это отдельно стоящая модель, это не встройка. Поэтому как бы ни к чему это все делать. Ну, она простая довольно-таки машинка, несмотря на то, что материалы-то в ней хорошие, пластик это совсем не кандида и не индезит, это 100%, но все-таки многовато, дороговато она стоит, и, наверное, люди на это обратят обязательно внимание и проголосуют рублем, хотя отзывы хорошие. И завершает наш рейтинг посудомоечная машина Beko DEN48522DX. Пусть вас не смущает графитовый корпус, то есть она в разных цветовых вариациях идет. 69 990 рублей, то есть сами видите, да, разницу в цене. Вместимость 15 комплектов посуды, число программ 8, есть инверторный двигатель, есть третий уровень загрузки. Ну и, в общем-то, все те плюшки, которые так или иначе присутствуют в Бошах, да, ну, конечно, по качеству материалов там чуть-чуть уступка идет, но не так, чтобы переплачивать в два раза. То есть, ну, явно идет преимущество сейчас на нашем рынке именно техники Beko, и много чего она может предложить того, что, в принципе, ну, сейчас по определенным причинам не может предложить европейские производители, ну, я имею в виду тех стран, которые сейчас ограничили поставки техники в Россию. Характеристики какие здесь идут, ну, могу сказать, что неплохие и по уровню шума, и по подбору программ, поэтому эта техника только чуть-чуть уступает Бошам и Электролюксам, а по цене она сильно выигрывает. Поэтому что выберет в итоге потребитель, ну, несложно догадаться. Ссылки на все посудомоечные машины, присутствующие в нашем рейтинге, есть в описании к данному ролику. Если это видео было вам полезно, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под роликом, жмите на колокольчик, и удачи вам!